представить сценку одну из историй жизни Павла. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Я говорю тебе во имя Иисуса Христа, встань на ноги!» Эй, слава Богу! Это Бог! Это не Бог, это обманщик! Давай, кидайте! Помогай, помогай мне! Пугайся, ибо и Христос есть Бог. Аминь. Слава Богу.